Всем привет еще раз. Посмотрите, что у нас делается. Представляете? У нас прям вообще все замело. У нас прям все замело. Цветочки, то, что цветет. Представляете? Бедная вишенка. Ой, печалька прям. Все прям замерзло. Ну, я не могу сказать, еще пока плюсовая температура. Может быть, все-таки нас пронесет и не будет у нас сильного мороза. О, представляете, он прям весь парник. Весь снегу. Барбарис. Ну, это декоративно, это не так, конечно, серьезно. Это жимолость тоже цветет. Ой. Прям вообще. Только радовались, ходили, что все зацвело, тепло. И, конечно, очень все рано. Но что делать? Природа вносит свои коррективы. Да? Против природы никуда не денешься, не попрешь. И это природа. Яблони еще только начинают, но пока еще не зацвели. Черешня полным ходом цвела. Ну, ничего, значит, будем покупать черешню. Что делать? И вишня тоже у меня цвела прям прекрасно. Даже боюсь туда идти смотреть. Нужно будет смотреть после, когда все это пройдет. Ой, ой, прям ой. Страшно. Красота – страшная сила, правда? Так что вот такие вот у нас новости. Не очень, конечно, радостные. Не очень радостные. Но все в снегу. Такой сейчас варил сильный. Вот немножко ветер поутих, и снег закончился, и я решила выйти. О, представляете, вот слива. Слива вся цветет. Деревья. Миленькие мои, вы стоите только, пожалуйста. Да. Вот. Это черемуха. Тоже цветет. У нас вообще всегда на черемуху похолодание. Вот она, красотка, цветет. И пахнет. А вот эта груша, которая красивая, да? Вот она, и сколько снега на ней. Представляете? Ну, листочки держатся. Снег, в принципе, не так страшен. Вот морозов бы сильных не было. Может быть, и все обойдется. Прям смотрю погоду. Пугает 6, минус 6, говорят, может будет. А я смотрю, у нас вроде 0, минус 1 под утро завтра. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Вот такие у нас дела. Вот опять ветер поднимается. Все, дорогие мои, целую вас, обнимаю. Держимся. Да, вот сливка тоже начала.